Депутаты Одесского горсовета разрешили взять мэрии еще один кредит. На этот раз 1 миллиард 200 миллионов гривен. За соответствующее решение проголосовали 42 депутата. Оппозиция была против, но к их мнению коллеги не прислушались. В моем понимании, кто-то может со мной не согласиться, кредит берут для того, чтобы больше зарабатывать или решать какие-то архиважные стратегические невідкладні проблеми. Ту практику, яку застосовуємо ми, це прийнята практика і це відповідає тим вимогам, тим рекомендаціям, які надає на сьогоднішній день Міністерство фінансів. Заем возьмут сразу у трех государственных банков. В Ощадбанке 450 миллионов гривен, столько же в Укрэксимбанке и 300 миллионов гривен в Укргазбанке. По первым двум ставка составит 12,5% в год, а в третьем случае 12%. Целевое назначение этих денег будет обсуждаться на следующей сессии горсовета. Известно, что средства хотят потратить на модернизацию лифтов, замену наружного освещения на улицах, приобретение техники для КП «Городские дороги», завершить реконструкцию 33-й школы на Комарова и достроить дом детского творчества возле нее. Также реставрировать здание городской инфекционной больницы, завершить ремонт в еврейской больнице и в зоопарке. Отремонтировать некоторые улицы и дома в центре Одессы. Напомню, это уже пятый заем за время правления Геннадия Труханова. До этого город занимал 3 миллиарда кредита и еще один на 500 миллионов гривен. Только в текущем году Одесса заплатит более миллиарда гривен по этим займам.